Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Кишмишплей, меня зовут Иван, и мы с вами продолжаем прохождение Starfield. В прошлой серии очень удачно начали, Космо, все как я хотел, космические пираты, нападения, что-то мы в космосе там с кем-то сражались. А куда ты меня ведешь? Нас научили сражаться, я там посражался, лут какой-то собрал, просто прекрасно. Подожди, это планета какая-то. Мне как-то далеко лететь. Он мне говорил через звездную карту лучше. Так, звездная карта. Это были мы здесь. Мы были здесь. Задание. Отправиться на Крит у меня сейчас. Назад к системе. Это Крит? Нет, вот. Вот он мне показывает. А, мы в принципе в одно... Это один и тот же спутник, но надо отправиться на Крит. Приближаемся. Сканирование недоступно. Исследовательская лаборатория Крит. Проложить курс. Есть. Окей. Подожди, я вышел случайно. Типа нажал отменить. Еще раз разберемся сейчас. Задать место для посадки. Вот сюда. Есть. Да. Курс проложен. И показать меня. Бля, я на другой планете. Я быстро так прилечу? Я не знаю. Не, подожди. А это что за херня? А что я нажал? Куда я жмакнул? Мать. А, я понял, куда я жмакнул. Не туда я жмакнул. А, так. Еще раз давай попробуем. Крит. Проложить курс. X. Нет. А, ёпта, Ой, бля, слепой. В правом нижнем углу перемещение огромными буквами. Ой, слепошары. Я просто ослеп. Очень много всего написано, ты читаешь все и такой... А, вот она кнопка. Вот это. Вот эту кнопочку мы нажимаем. Так, Крит. Мы прибыли на орбиту. Заброшенный объект с нужным нам капитаном Багрового флота. Находится на поверхности. Прям на корабле садиться? Не, я не помню, чтобы это было так. Что? Нажмите, чтобы открыть меню данных. Отсюда можно открыть звездную карту. Окей. Обзор планеты на звездной карте позволяет получить информацию об окружающей среде, просканировать планету на наличие ресурсов и обнаружить ключевые места посадки. Поворачивайте планету, пока на карте не появится значок «Исследовательская лаборатория Крита». Затем выберите этот значок, чтобы совершить там посадку. Задать место для посадки, посадка. Хорошо. Ладно, почему в одно действие нельзя было это сделать, типа еще... Ну ладно, ладно, все. Это я придираюсь. Освоенные системы изобилия. Типа, посадка успешно совершена. Это загрузочный экран, скорее всего. Это просто такой, знаешь, элегантный спорт. А что там летает? А взлет? Это типа взлет вообще? Ладно, встать. Кто-то улетел. Я думал, типа, сейчас пойдем забычкуемся с ними, нет? Они не захотели, ладно. Я хочу шлем этот, но он сломан. Он сломан. Ладно. Амуницию мы себе еще найдем, в любом случае. Двинули. Крит. Интересно, здесь можно дышать? Он будет дышать. Слушай, можно дышать. Класс. По кайфу. Погнали. Что у меня есть? Давай резак пока возьмем. Я, может быть, что найду на этой планете порезать. Ну, погнали. Согласно данным сканеров, заброшенный исследовательский центр находится в этом направлении. Ты опасная штука? Никель, железо, питательное вещество. Конечно. Забираем. Тихо. Где шуршит что? Кто? Где-то кто-то шуршал. Все такое непривычное, ты не знаешь. Блин, мне что-то размытие в движении как-то не нравится. Давай мы выключим его. Давай мы выключим размытие в движении, потому что что-то как-то... Как будто мне плохо просто. Давай посмотрим, как сейчас. Ой, вообще, то, что надо. Все, без размытия в движении, погнали.
Будьте осторожны, капитан. Инопланетные существа часто бывают непредсказуемы. ЛБ. Левый. Бампер. Сканируйте существ, минералы и растения. Каждый сканированный уникальный объект способствует прогрессу в исследовании планеты. Завершенные исследования можно продать за кредиты. В режиме сканера открываются дополнительные возможности, такие как строительство аванпостов и использование социальных навыков, таких как дипломатия и запугивание. Критский сталкер. Скан. процентов просканировано. Надо было дольше его сканировать, типа, до того, как я его убил. Облутать. Токсины, волокно. Окей. Ну, пойдем еще одного сталкера вот такого найдем. Но просто его убивать, наверное, не стоило. Так, а мне туда надо. Потом сходим. Пойдем исследовать эту планету. Где еще один сталкер? Здесь точно где-то должен крутиться. Так, а тут что? Опа, опа, железо. Дай. Пахнем сюда. Еще что-то лежит. Еще же. А нет, стоп, это не железо. Ебать, это еще так высоко подпрыгнул. Здесь слабая гравитация. Прикольно. Это серебро. А что это ведет меня, смотри. Стрелочки какие-то. Типа к цели меня указывает путь. Так, что тут было? Вот это, наверное. Ага. Тут что-то есть. А ладно, идем дальше. О, слушай, исследовано 56% уже. Железо пригодится. Железо точно пригодится. Я бы сталкера еще одного этого исследовал. Но я не знал просто, что его раньше... Охренеть. Так много серебра? Как тебе добыть? И там что-то есть. 600 метров, но это как-то далековато, нет? Неизвестно. Погнали, Васка, ёпта. Погнали, сходим 600 метров. Это не сильно далеко же, да? Серебро. Здесь много серебра. Опа, сталкер. Скорее всего. Давай сейчас его забайтим и попробуем не умереть, пока я его отсканирую. Во. Пыльный корень. Не, это не сталкер. Так, его нельзя добывать, этот пыльный корень. Ну, что-то с ним можно сделать. О, собрать можно. Да, блин. Как его собирать? Так. Есть. Я так и знал, что эта штука сорвется. Опа. Критский сталкер. Давай. Тринадцать процентов я просканировал. Там еще один есть. Вот он что-то быкует на меня, но не сканируется. Его надо убивать, чтобы сканировать. Офигеть. Знал бы я сразу. Я его только убил, и сразу же появился, типа... Твою мать. Сколько уже? 38. Так, и мне какие-то очки дали. Мне какие-то дали очки. Где это? Навыки. Ага. При каждом повышении уровня вы получаете одно очко навыков, которое можно потратить. Каждый навык также разблокирует испытание. Пройдите испытание, затем потратите еще навыка, чтобы повысить его ранг. В верхнем ряду не представлены базовые навыки. Строки ниже заблокированы до тех пор, пока вы не потратите минимальное количество очков навыков до текущей... Ух ты, твою мать. Боевые. А я не могу другие?
специальные, физические, научные и технические. Кайф, просто огонь. То есть я могу медицину прокачать, например. Или методы исследования. Я пока не знаю, что мне здесь надо. Дуэль. Многие считают искусство ближнего боя утраченным, однако атаки специального оружия ближнего... Ой, блин, подожди. Мусорщик. Есть люди, которые могут найти практически все. Их успех обычно зависит от того, как и где искать. При обыске контейнеров есть вероятность найти дополнительные кредиты. Я думаю, что нам это надо. Ранг 1 есть. Обыскать 25 контейнеров, и потом я смогу разблокировать как бы второй ранг. Так, я мусорщика себе, естественно, взял. Кража, убеждение, гастрона... Не, давай пока с мусорщика начнем. Ну вы чё? Облутать каждый этот, каждый ящичек. Опа, вода, H2O, я могу добыть воду? А этот какой-то крутой, смотри, у него больше хпшечки. Бежать. Уже 50% я их отсканирую. Вода. Показать ресурсы. Ну все, погнали дальше. Я не знаю, правильно я отсканировал. Ну, воду добыть нельзя, наверное. Так, он меня ведет к воде. Нет, он меня ведет к цели. Он меня ведет дальше. Мне не надо сейчас к цели. Критский гейзер. Какой-то бериллий там, хериллий, что такое? Это мертвые уже, типа, он их завалил. Забираем, конечно же. Я хочу то... Бля, 500 метров, еще 100 метров только прошел. Ой-ой-ой, ушки. Может быть, на корабле лучше было слетать, я не знаю. Но хотя я бы все это не посмотрел, не залутал. Опа. Песчаная буря. Опасные погодные условия, песчаная буря. Я умру из-за этого? Стой, подожди, да я сохраню здесь? На всякий. А вот и эти гейзеры. Я пока их еще не исследовал. Ну, то есть не убивал. Они убегают, ты посмотри. Минусанул еще одного. 25% есть. 38. Хорош. Бля, мне кажется, надо было идти по заданию все-таки. Мы какой-то фигней занимаемся. Хорош. Еще один. Я хочу, вот что будет просто, если до 100% я хоть что-нибудь прокачаю. Исследую. Вот. Опа. Свинец. А это? Что-то еще. Серебро. Слушай, я почти добежал, я почти дошел. Давай посмотрим, что это за постройка такая, а? Я надеюсь, я не раньше времени, конечно, туда приду. Так, там еще что-то появилось вращающееся. Вода. Добывать воду я не могу, к сожалению. А попить могу? Ну, родник собрать! Ёпта! Все. А я там оставил. Ай-яй-яй, на обратной дороге сберем. Ты смотри, сколько здесь руды. Залежи целые. А она-то точно все пригодится. И свинец, и все это, скорее всего, для каких-то построек или для еще чего-то. Так, что тут? Что было? Низкое качество воздуха, песчаная буря. Так у меня шлем есть, я могу надеть его и все. Я ж не умираю сейчас? Нет, здоровье полное, нормально. Не хочется просто раньше времени умереть. Столько всего облутать, а потом такой типа dead. Меня, конечно, отправляет разбираться с капитаном Багрового флота, но мы сейчас сбегаем сразу сюда. Собрал? Собрал. Еще серебра, пожалуйста. Еще железо мне в копилочку. Так, мы быстренько бежим к этой штуке.
Да что-то здесь как-то что-то пикает, мне не нравится. Заброшенный ангар. Повреждение легких. Регенерация защиты. Нормально, что-то восполняется. Давай спрячемся сейчас. О, как это дробь. А что тут? Опять повреждение легких. Подожди, там какие-то враги есть. Это кто? Попробуем-ка их, да? Это пираты. А, ёп. Сейчас мы их полутаем еще. Регенерация защиты, давай. Убью. Так, вон вход есть внутрь. Давай забежим внутрь, чтобы я типа легкие восстановил свои. А дальше будем уже по обстоятельствам смотреть. Есть что-нибудь? Опа, 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 опа. Да ёб твою мать, ты меня бесишь! Так, инвентарь, давай посмотрим помощь, какая у меня есть. Так, АМФ. Увеличивает скорость передвижения на 30%. Увеличение высоты прыжка в 2 раза. Аптечка. Восстанавливает 4% здоровья в секунду в течение 9 секунд. Белый хлеб. Контейнер. Лечебный крем. Лечение ожогов и обморожений. Для перекуса что-то пакетик там с этим. Продуктовый набор. Ладно, давай аптечку сейчас юзнем. Поможет она мне в этом или нет? Не помогла, нет. Не помогла. О, отмычку еще возьмем, блокнот для заметок возьмем. Кредитку возьмем какую-то, скорее всего, с баблом. Пакетик с этим, хорош. Я умираю, типа, у меня легкие повреждены. О, промышленный верстак, а что это? Промышленный верстак позволяет создавать базовые промышленные компоненты, которые можно использовать для постройки сооружений на аванпостах и создания модификаций для сооружений и снаряжения. Сырье, используемое для производства компонентов, можно добывать на планетах и лунах, открыв аванпост и установив... Ой, не, пока это еще рано. Это еще рано, я не хочу пока ничего создавать, если честно. Спасибо за возможность предоставленную, но не хочу. Я сейчас быстренько здесь полутаю, посмотрю, что есть, и двинем дальше. Нож, давай. Нож пригодится. Идем вниз. Бля, да что-то, что мне сделать? Что такое регенерация защиты? Опа, аптечка. Второе дыхание. Вот, скорее всего, это и есть второе дыхание. Подожди. Смотрим. Увеличение запаса здоровья на 20%. Увеличение сопротивления урону. Не, это типа... А подожди, стой. Что мне было? Здоровье, состояние. Повреждение легких острое. Прогноз неблагоприятный. Кашель. Периодическое снижение О2. Обнаружение вас с противниками. Атаки в ближнем бою расходуют О2. Защита регенерации. Регенерация защитного потенциала. Не подходите к опасным зонам. А как мне это излечить, блядь? Как мне убрать эту херню? О, какой-то запас что-то там. А что, я посидеть решил? Угу, да. Самое... Вставай. Блин, для штанги. Вес 20, цена 140. Не, я не понесу это. О! Шляпу забираю. Водичку забираю. Блины не попру. Повреждение легких стало еще хуже. Блять, испугали меня. Так, слушай, наверное, я сейчас попробую вернуться на корабль. О, калибр забираем. Я не могу понять, меня выгоняют с этой локации просто, что типа я раньше времени сюда приперся, или я что-то не так сделал? Дверь открыть. Да, я выключу пока. Если здесь есть пираты, чтобы они меня не сразу спалили. Торт какой-то нашел, спасибо. Мне надо включать обратно, я ничего не вижу.
Кашин. Опа. Все, меня спалили. Меня, видимо, из-за кашля испалили только. Хотя, ну честно, с такой дистанции ты не должна была услышать, как я кашлю. Виста, иди разберись с ними, а. Мирный вариант более неизбежный. Ты хотел сказать, что по-мирному мы с ними сейчас вопрос не решим, да? Кто-то в выкопашку пришел. О, кредиты я нашел какие-то хорошие. Виста, я в тебя верю. Я не хочу тратить патроны. Видимо, придется потратить чуть-чуть. Тихо. Попадаю, попадаю, попадаю. Молодец, неплохо попал. Я у него снял какой-то щит, походу. И теперь снимаю ХП. Так, у меня ХПшечка у самого нормально еще. Патрончики. А не стреляйте по мне. Кредиты. Хорош. Ящик для оружия. Я что-то там еще нашел. Подожди-ка. Там было что-то прикольное, мне кажется. Инвентарь. Новые предметы. Трендель какой-то. Боеприпасы 7,70. Ну давай попробуем. Давай попробуем его сюда. Вишня какая-то. Ага, окей. Ну чё. Хлопнул их? Виста, красавчик. Боевой стимулятор. Давай забираем, забираем, забираем. Мне это все надо, понимаешь? Это все надо. Опа, нет, не все хлопнули. Виста, я иду. Почти. Почти. Да тихо ты. А чё ты такой живущий? Насилие значительно сокращает продолжительность жизни. Хорош. Красиво сказано. Упс. Это я что, взорвал? Это я его какой-то баллон с воздухом бахнул, что ли? Тихо. О, получен предмет, истребитель вихрь какой-то. Редкая винтовка. Подожди-ка. Давай вместо этой тогда поставим. У меня какой-то зон есть. Это, ага. О, дробовичок. Подожди. Сюда вместо... Ага. Это пистик какой-то. 6,5 миллиметров. Это с чего? А, как у вихря. Не, я не буду брать тогда. А кучера мы сейчас возьмем. Прикольно. Что за звук? Ой, бля. Я раньше времени не подписался на все это. Цифровая рамка. Кредитки заберем. При необходимости я могу нести дополнительные запасы. Давай. О, Виста, подожди. Давай обменяемся предметами. Мой инвентарь. Вес. О, кстати, я перегрузился, я понял почему. О, у меня два скафандра. Скафандр пирата-штурмовика. Типа, вес больше. Физически 69, энергетически 37. Здесь физического вообще почти нету. Подожди. 69, а здесь 61. О, я его, наверное, сейчас возьму. Давай, пока обменяю, я не буду его брать. У меня два ранца. Рейдерский ранец есть. Тоже пока отдам, чтобы разгрузить немножко себя. Шлема два. Класс. Я уже успел где-то все набрать. Комбинезон какой-то, шляпа. Боеприпасы нет, помощь нет. О, ресурсы. Алюминий. Весит же? Да, что-то весит. Это же ресурсы. Это не помощь какая-то. Это можно потом забрать. Оружие лишнее, может, какое-нибудь. У меня вот этот вихрь пока не нужен, например. 7 штук. 3 этих... Ай, бля. Ладно, кракена...
Сезон оставлю, резак оставлю, топор спасателя оставлю. Надо забрать у него оружие. ЛБ. Левый. А, это на эту. Так, верни мне грендель. Все. Все нормально. Так, они, типа, под, скорее всего, поддержку скинули и улетели. Типа, прислали подкрепление и погнали дальше. Пират. Где-то рядышком был. Сейчас, пойдем дальше. Я только здесь еще немножко полутаюсь. Ну, мне определенно очень нравится. Ксенон, кайф. Я не знаю, что это такое, но это мне нужно. Мне определенно это все нравится. Здесь еще надо полазить. Бля, мы эту станцию будем... Сложно. Я не могу, кстати, взламывать сложные замки. Продуктовый набор хорош. Нулевой какой-то провод. Кредитка, кредитка, кредитка. 400, 100 кредитов. Экипировка поселенца исследователя. Забираем отмычку, забираем. Это все пригодится, это все будет нужно. Ты пока еще, типа, тоже не обращаешь внимания на некоторые шкафчики, которые, ну, являются шкафчиками. Второе дыхание заберем. Папка какая-то, я, наверное, она не пригодится. Блокнот для заметки. Опа! А вот это я заметил. Так, а по жизни у меня, кстати, пока все в порядке. Идем дальше. Ship Bay. Твою мать. Блять, напугал. Я скоро уже выполню задание, кстати, по обыску контейнеров. Блин, была бы какая снайперка хорошая. Я бы же шарахнул, конечно. Ну, четко в голову. Четко в голову. Сейчас он высунется чуть-чуть. Шмаляем по нему. Он был ранен. Он пытался уползти. У него не получилось. Блин, реально была бы снайперка. О, я бы тут сейчас дело наворотил. Короче, надо снайперку намутить себе. Она здесь будет, ну, оправдана. Тихо. Минус. Надо менять пушку, потому что у меня патронов мало осталось. Здесь тоже немного. О, тут есть. Виста, в бой. Минусанул, хорош. Продвигаемся, давай, вперед, 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 пошел. У него какое-то тяжелое оружие. Получен легендарный предмет. Какой-то кракен деморализующий. Посмотрим. Не хочу. Кракен не хочу. Мне не нравится кракен. Так, надо спрятаться быстренько. И аптечку использовать. То как-то уже не весело стало. Меня сзади обходят. Да, походу. Слушай, есть подозрение, что мы раньше времени чуть-чуть залезли во все это дерьмецо. Нет, он был с обычным вихрем. Критический был, по ноге. А, давай, хочешь рукопашку, погнали. Да бей, ёб твою мать! Ты чё? Просто остановился и ничего не сделал. Ой, дай. А, это можно полностью осмотреть? Прикольно. Патрончики, давай. Отдышись, отдышись, давай, отдышись. По хпшечке нормально. Надо следить за хпшечкой. Ах, ты, ёб твою мать. Надо следить по хпшечке аккуратно. Так, тихо, дай сохранюсь. Главное не забывать сохраняться иногда.
Крепкое здоровье. Исцелить 200 повреждений. Ну, для начала надо было эти 200 повреждений заработать. Опа. Бля. Все есть. А у тебя я что, я все обыскал? Вы пытаетесь меня убить, но технически я и не жив. О, апельсинку схаваю. Употребить. Бля. Подожди, употребить апельсинку. Все, употребил. Опа, у него снайперка стопудово. Я сейчас заберу ее. Да ёпта, у меня залезь сюда. Хорош. А это вихрь был? Нет. Мне казалось, с лазерным прицелом сидит с этим. Со снайперки. Обидка вышла. Обида залита в груди. Так, подожди, надо... Ты хера врагов. Я еще даже половину не убил. Фух, полетели. А, вон, ясно. Они в яме. Попадает. Это разбойник какой-то. Это типа босс файт. Нормально, нормально. Жаль, со всех нельзя броню снимать. Это типа, видимо, где-то подправили. О, это что такое? Из-за этого какой-то магнит. Это, мне кажется, это все такой хлам. Просто хламище какое-то. Виста, погнали, всех зачекаем. Мне кажется, еще они остались в живых. У меня вон еще красные отметки есть. Так, и давай проверим, что мы набрали. Неинтересно. Измененный вихрь. Измененный на сколько? С чем, типа, сравнивать? Вес меньше, а то же самое все работает. 150, а здесь скорострельный 60. Это вихрь-снайперка. Я понял теперь, кажется, как это работает. Да? Есть прицел поближе. Ну, такая себе снайперка, если честно. Я буду знать, что он у меня как бы имеется. Что как бы имеется вот этот измененный вихрь. И давай в избранное мы вот сюда на самый верх поставим. Здесь 0 модов, а здесь один есть. А это истребители. Что дает? Редкая винтовка, физически 4. Сравнить с экипированным. На вот эту кнопку. То есть, ну, типа, он легче. Легче есть какой-то мод. Тактическая рукоятка. Ну, тогда его сюда, на Чиназос. Да, первое время, конечно, будут постоянно меняться пушки. Паст. А мод можно снять? Мод я могу снять вот этот? Нет? Избранное выбросить для выхода. Сравнить, осмотреть. Ладно, нельзя, походу. Ладно. Я в режиме боя, если что, еще нахожусь. Только там где-то красный. Пойдем их заберем жизни. Заберем их жизни. Просто так, прилетели на планету, в какую-то исследовательскую базу. Повредили легкие, блядь. Я не знаю, кстати, как с легкими делать. Я уже только аптечку использовал, но это не восстанавливается еще. Всякого облутали, тут пострелялись. Это шикарно. Это шикарно. Мне кажется, в этом мы будем играть... Очень долго. Очень долго. А еще я даже не все облутал, не все осмотрел. И хочется двигаться дальше. Так, и сюда. Спасибо. Патроны нужны. Тут, кстати, можно включить в настройках, чтобы патроны имели вес. Этого делать я, конечно же, не буду. Я просто читал про вот систему сложности в этой игре. Ты можешь очень тонко под себя ее прям настроить. Могу? Могу. Бля, а есть у меня эти навыки? Может, надо было все-таки навыки здесь? Где? Ноль, а опыт мой где? Я бы, может, взлом какой-нибудь вкачал бы. Кража. Не, карманная кража мне не нужна. Убеждение, торговля.
Обмен, дипломатия, запугивание, одиночка, ведение переговоров, лидерство, провокация, манипуляция, капитан. Нет, даже научный, технический может быть злом. Так, 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 нет. Ладно, надо будет потом погуглить, как взламывать. Потому что уже как бы еще один сейф я пропускаю, сыр заберем. А это пустые бутылки. Есть полные? Ладно, не буду я сейчас прям сидеть и выдергивать полные. Кредиты, глюциноген какой-то. О, фармацевтическая лаборатория. И пока не пробуем. Второе дыхание, боевая пехота Альфа, спасибо. Чё так ярко стал? Листа, это ты включил подсветку? А, ёпта, я не заметил. Целесообразно оставить некоторые вещи. Подожди, я сейчас... Целесообразно скинуть тебе. Целесообразно скинуть тебе немножечко хлама. Так, обычный этот... урон 3, кстати, кракен. Скидываем кучер, оставляем зон. Оставляем. Тоже скидываем. Это снайперский, этот скидываем. Резак пока пускай будет. Сколько резак весит? Вес 4, нормально, пока живем. 4 скафандра. Скафандр пирата Громилы, пирата Стрелка, скафандр Шахтера и технический скафандр Навигатора. Давай сравнивать. Путь. Что-то там. Вес. А здесь? Блин, может быть, прям пирата Громила? Но я боюсь, что я надену костюм пирата, и я буду типа как пират. А, слушай, а это только плюсы. А нет, для атмосферных каких-то явлений минус и радиация минус. Ну давай, я не знаю. Попробуем. Оденемся сейчас как пират. Мне... Баф один... А, подожди. Я не оделся как пират почему-то. А, я нажал на А. Что я сделал? Я скинул фист. Не фиста этого. Почему я фиста ты назвал? Васку. Я скинул. Скинуть. И не одеть. Ой, так. Все, ладно. Метательное что-то есть. Помощь, записки, ресурсы. А сколько ты тянуть сможешь? Сколько он может тянуть? А, 135 килограмм. Все, я вижу. Обменять. Почему я не могу обменять? А, уже все, не весит. Не может засунуть к себе его. О, этот пирата-стрелка типа радиация лучше защищает. Блин, я пока не знаю. Нет, я передумал. Я не буду скафандр сейчас меня. Что-нибудь заберешь у меня? Это не может. Ранцы. Окей, шлем один у меня. Одежда. О, а, кстати, одежда тоже накидывает. Ну и все, в принципе. Погнали дальше. Я потом разберусь тогда со снаряжением, что мы будем носить, потому что я не хочу одеваться как пират. Ну, типа, я пошутил, конечно, что я хочу стать космическим пиратом. Это прикольно, но, типа, надо прям отыгрывать его, понимаешь? Аврора какая-то. Мощный галлюциноген. Я что-то там нашел крутое, да? Ринж. Оружие ближнего боя. Хорош. Так, не тушитель. Не знаю, он мне, наверное, не нужен. Нет в нем смысла. Или есть. Или нет. Я пока думаю, что с легкими делать. Я себе легкие повредил. Стелс отменяется. Мне еще добраться до точки. Сколько мне там добраться? Всего-то километр. Какая херня. Че я без пушек хожу? Слишком смелый, да? Здесь есть где-то враги еще. Не, 75 кредитов не буду я тратить. Не знаю, что вы от меня хотите. Ой, это выход, подожди. Подключить продуктовый набор. Надо хавать. Задвигали, забегали, ты видишь? Может, над нами где-то? Я не могу понять. И опять какой-то измененный вихрь. А какой? Этих вихрей уже набрал. Вау.
короткий оптический прицел, полуавтомат, а здесь еще компенсатор. Сюда его. Экипируем. Хотел сказать эвакуируем. Ну это как-то так странно. Он здесь просто стоял и типа, ну здесь перестрелка у меня шла, да? If you jump, no jetpack. Если прыгнешь без джетпака, за кредиты. Нет, я не буду здесь прыгать. Да, пустая трата времени. Пока согласен. Пока частично соглашусь. Я пока не понимаю. О, надкушенный бутер. Это я люблю. Давай, употребим это. Пустая упаковка от Начес. Ладно, наверное, вниз спускаемся, я подозреваю. Блять. Опять напугал. Высоковато. Я не буду здесь прыгать. Идем обратно. На выход. Все, да? Попробуем на выход сходить. Поверхность. Внутри я вроде подзачистился, подлутался. Теперь на поверхности давай покошмарим. Виста, прикрой. Меня тут хлопают. Слушай, пираты вообще пшеночные на самом деле. Прям можно не особо париться. Ау. Я целюсь что-то там в центр вашей массы. Мне надо будет вернуться точно на корабль и скинуть груз. Перед заданием следующим. Прям какой-то крутой пират был. Получен редкий предмет, хорош. Снайперим чуть-чуть теперь. Я даже не вижу, если честно, его. Ну, даже не видел. Да как меня попадает, ёб твою мать. Я не могу задержать дыхание, потому что у меня закончился кислород. Бля, точно. Я тупану чуть. Давай, ёп. Чуть-чуть осталось. Да. Бег с перегрузкой, я перегружен, да? Наверное. Я очень много всего залутал, и я как бы не собираюсь останавливаться. Но я вроде не умираю, жизнь у меня не заканчивается. Дай-ка мне вихря. Это просто расстрел был. Просто расстрел. Солнцеворот какой-то. Чё это? Новое. Лазерный пистолет. Прикольно, чем стреляет. Энергии 11 у меня всего лишь. Еще один. Большой магазин полуавтомат. Ай-яй-яй, как я обожаю это все. Как я это обожаю. О, кстати, здоровье. Выбросить. Смотреть. Схавать, конечно. Экипировка инженера. Мы будем на... Вернемся на корабль и спокойно там все разберем, посмотрим, что я там натаскал везде. А, бег красное CO2, это моя... Это одышка была, типа я бегаю с перегрузкой, и у меня типа красная зона поднимается. Дыхание, короче, это очки действия. Такой же принцип работы, только я никакую ачивку себе сейчас не брал. Так, Васка, подожди. Бля, не влезет уже, да? Нормально. Кучер пока пускай полежит. Солнцеворот забирай, зон. У меня их два, кстати, но я не могу его скинуть. Сколько вихрей разных. Топор спасателя, он мне нужен.
Один килограмм остался, я уже его полностью перегрузил. Сейчас залутаем и уходим отсюда. Бля, там еще что-то взрывается сейчас. Сейчас еще взорвется. Интересно, а можно есть здесь быстрое перемещение? Ну, типа, быстро переместиться на корабль, например. Километр все-таки пройти. Я бы подскинул немного снаряги и пошел бы дальше. Еще один измененный вихрь. Подлечился бы чуть-чуть. Как-нибудь попробовал бы с легкими что-то разобраться. И двинули бы дальше. Это что такое? Что-нибудь запускается здесь? Лук употребить. У них здесь это барбекю было. У них здесь было барбекю, я тебе отвечаю. Нормально. Это был эксперимент. Разобьюсь ли я насмерть с такой высоты? Бля, еще одна вышка, надо обыскать ее. Мне понравилось здесь. Мне здесь понравилось на этой базе. А, стопуля. Я же, кажется, здесь заходил. Да, я заходил через этот вход. Да, и сюда мы залетали. Окей, окейси. Звездная карта. О, быстрое перемещение на корабль. Вы не можете использовать быстро из-за перегрузки. Да корабль недалеко, ёпта. Дойдем пешком. Доковыляем, я притяну все. А сколько у меня перегрузка? 154. Ну, блин, я не знаю даже. 154. О, артефакт. Вес 0. 10. Гантеля 10. Нахер я с собой тягаю. Пустая пивная бутылка. 11 отмычек. Не, я сейчас что-нибудь скину и пойдем. Мы поедем на этом. Коричневый шлем Gravit Tolls. А что он делает? Ничего не делает. Но весит полкилограмма. Плюс здоровье и О2. Давай. Плюс 5 здоровья и О2. А здесь плюс 5 здоровья и О2. Разница какая? Вот это лучше физический урон держит. Нахер. Пиратский ранец. Я не хочу пиратский ранец. Сколько он весит? 6 кило. Выбросить. Все, перегрузки нет. И теперь на корабль. Да. Ай, как хорошо. Мне как хорошо в это играть. Просто ужас какой-то. Это прекрасно. Я буду зачищать. Стой, встань. Мне надо закинуть. Если сейчас на корабле будет ящик, куда я смогу все это сгружать, я буду самым счастливым. Давай найдем какой-нибудь ящик. Так, это моя каюта. Кровать, спать. О, давай поспим. Может быть, я полью... 1-2 часа, наверное. 3 часа поспи. Может быть, я себе легкие отрегенерирую во время сна. Нет? Нет, повреждения легких еще присутствуют. Так, мне нужен какой-нибудь сундук. Какой-нибудь сундук. Где-то здесь точно был, мне кажется, нет? Кампус использовать. Не, подожди, кампус. Я потом разберусь с кампусом. Тихо, не кашляй так громко. Так. Нет. А, я знаю, наверное, где. Я же аптечки открывал на выходе. На входе в корабль есть аптечки. Ой, сейчас внутрь аптечки мы столько всего загрузим. Можно я тебя Фиста буду называть? Я тебя буду называть Фиста. Все. Ты не похож на Васка, ты похож на Фисту. Взять все. Да. При переноске такого количества предметов здоровье позвоночника будет подорвано. Так, просто сундуки есть какие-нибудь? Или реально в аптечку все загружать? Да. Опа! Огнетушитель нет. Ладно, загружаем все в аптечку. Так, 13 вихрей. Нет. 2 килограмма всего лишь. Нет. О, подожди, а это что, фронтир? Это же мой корабль. А я могу в корабль загрузить? Сложить. Один. Ну, один давай. Как, с каких пор, блядь, беседка делает вес инвентаря? Ну с каких пор, блин? А? Я боюсь это все потерять, если я просто скину здесь.
Ну, знаешь, чтобы не валялось. Люк закрыть. Может, сюда загрузить. Так, знаешь что? Наверное, на этом моменте мы серию закончим уже, как бы и время подошло. Я погуглю, что с этим делать. А в следующей серии мы, наверное, что-нибудь с этим сделаем. Спасибо, что досмотрел до конца. Надеюсь, понравилось, было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся, следи за моим каналом. Очень много чего интересного. Счастливо, пока. До свидания.